Маткульт, привет, друзья мои! Я поздравляю нашу сборную со вторым местом на Международной математической олимпиаде. Да, второй год подряд, или третий, я уже не помню. По-моему, третий раз за время правления Кирилла Сухова, которого, кстати, я тоже поздравляю. Кирилл, респект и уважуха! Так вот, наши ребята заняли второе место в мире. После китайцев, ну там ничего не поделаешь с этими китайцами, видимо, потому что их, во-первых, 1,5 миллиарда, во-вторых, они там должны из своего риса вылезти, и все изо всех сил вылазят, да? В общем, выразил всю досаду по поводу того, что мы не первые, и празднуем, что мы все-таки вторые, обогнали третье место на 11 баллов. Итак, фамилии героев, кроме Кирилла Сухова, который самый главный герой, потому что он тренер, и всей, кстати, команды Кирилла Сухова тоже, всех, кто ему помогал. Значит, наши герои. Максим Туревский. Второе абсолютное. Айдар Ибрагимов. 13-е. Матвей Исупов. 20-е. Иван Бахарев. 20-е тоже, видимо, вместе. Даниил Сигбатулин. 24-е. И Андрей Шевцов. Так, тут я не вижу какое. Ну, в общем, здесь 5 золотых и 1 серебряная медаль. Вот, ребята, так держать, самых крутых успехов в жизни, математики, побед на математическом фронте, гипотеза Риммана с вас. А также, между прочим, простые близнецы тоже с вас. И гипотеза АБЦ заодно. А я хочу объявить о том, что у нас на канале открывается некоторая новая рубрика. Вы уже, наверное, видели первую передачу с Павлом Ивановым, большим экспертом в области образования. Мы будем обсуждать проблемы образования. Не только в элитном ее, так сказать, отсеки, где у нас, в общем, проблем не очень много, а в массовом, в котором у нас безумные проблемы. И завтра в 14:00 будет стрим с Пашей Ивановым и Евгением Волковым. Стрим на канале в 14:00 по московскому времени. Приходите и что-нибудь поймете про то, что у нас происходит в области массового образования. Маткульт, привет!